Всем доброго дня! Вы на моем канале, с вами Ольга. Я хочу поделиться с вами своей новинкой. Я приобрела крупнолистную гортензию. В общем, я увидела ее, и она сразу покорила мое сердце. Вот, но сразу я ее не взяла, приехала домой. На рынок я попала случайно, мимоходом, в общем. Но я посмотрела на кустик, который там продавали у нее. Листики были привявшие, тургор, ну так, опавшие. Время было около 2 часов. Я, в общем, побоялась. Думаю, может быть, это свежепосажено или что-то уже пошло не так. В общем, у девушки я спросила, какой это сорт. Она сказала, что она не знает, ремонтантный это или не ремонтантный. Название она мне не сказала. Почитать я никакую информацию не могла. В общем, я приехала домой, начала искать похожий сорт. И в интернете я нашла гортензию ремонтантную пепперминт. Мне показалось, она очень похожая. В общем, на следующий день я поехала на рынок. Это было уже утро. Увидела у другой девушки такой же сорт. Там даже в нескольких местах было. В общем, я пошла, сравнила их. При покупке любого растения мне нравится, чтобы внешний вид меня полностью удовлетворял. То есть я не люблю потянувшиеся там кустики. Пускай это будет не слишком высокое, не слишком большое растение, но оно будет приятным моему взору. Чтобы я уже ни о чем не жалела, приобретая его. Вот. Ну, я поинтересовалась насчет сорта. Показала девушке фотографию, она говорит, похоже, возможно, это он и есть. Я приехала домой, довольная, счастливая. Я, в общем, решила спросить в группе любителей цветоводов, как же называется этот сорт. Но мне написали, что это сорт Камила. Вот. Я не знаю, есть сходство, возможно, у этих сортов. О Камиле гортензии, значит, написано так, что крупнолистная гортензия декоративно-лиственная, окаймлена белой каемочкой, цвет розовый, но ярко-розовый, но он может меняться в зависимости от почвы. Чем кислее будет почва, тем может, в общем, менять цвет на фиолетовый, ярко-розовый на фиолетовый. Вот. Я же, ну, надеюсь, что это пепперминт. Вот. И если сорт ремонтантный, то он цветет на побегах, получается, прошлогодних. Я здесь рассмотрела, значит, вот одревеневший побег прошлого года. От него идут вот точки роста, и на всех на них идут цветочки. А вот этот вот побег, он идет прям от корня. Ну, вот здесь вот видно. Возможно, здесь может быть старая веточка прошлогодняя. Может быть, она слишком коротко обрезана. И, может быть, проснулись точки роста. Ну, вот, например, вдалеке вот этот вот тоненький побег. Вот, ну, он там еще без цветочка. Возможно, он позже зацветет. Написано, что гортензия пепперминт цветет, начиная с июля месяца до сентября, в то время как камила с июня месяца. В данный момент у нас месяц середина июня, но тут же тоже имеет, конечно, место быть, что гортензии выращивают в теплице, да, и из-за этого они начинают расцветать раньше. Что я заметила? Значит, бутончики сначала салатово-зеленые, фисташковые, я бы сказала. Далее начинают расцветать цветочки бело-розовые, но кайма, она практически сразу видна. Далее, значит, у пепперминт 4-5 лепесточков должно быть. Вот, есть 4-5, вот на этом 5. Я замерила цветок, диаметр цветка. Ну вот, например, вот этот вот до 4-5 сантиметров. Вот, 4-5 сантиметров.
вырастает. И когда гортензия, видимо, отцветает, она уходит в такой зеленый фисташковый цвет. Красиво. Конечно, очень нарядный сорт. Диаметр шапочки, ну вот в данный момент, ну где-то 18-19 сантиметров. Самой высота самого кустика, ну, небольшая, даже, наверное, 30 нету. Да, 25 сантиметров. 25 сантиметров высота кустиков, но побегов много, и все они готовы цвести. Здесь, значит, кашпо. Ну, диаметр этого кашпо где-то примерно 16-17 сантиметров, внутренний диаметр. Я вот думаю, пересадить ее или, может быть, подождать, пока она цветет. Еще я заметила, что вот у этого соцветия есть легкий-легкий аромат. Моя гортензия вот в саду, она вообще никак не пахнет, хотя хочется понюхать эти красивые шапочки. Но аромата там нет. У этой же гортензии есть такой легкий-легкий пыльный аромат. Вот так набирает цвет. Раскрываются лепесточки постепенно. Вот. Пепермин тоже написано, что все зависит от почвы. Если она щелочная, либо же нейтральная, то будет малиново-розовый окрас. Если будет более кислая, то тогда цвет уходит фиолетовый. Если вы посмотрели мое видео и вы очень хорошо разбираетесь в гортензиях, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, что же это за сорт. Пепперминт ремонтантный или камила. Ну, я прочитала, что морозостойкость у них где-то до минус 23, но требует укрытия, побеги требуют укрытия. Ну вот, если это сорт ремонтантный, то даже на побегах, которые пойдут от корня, если есть вариант подморозки, то гортензия все равно будет цвести и радовать. Ну а если только на прошлогодних, тогда цветения не будет, будет лишь красивая листва. Листва насыщена зеленого цвета. Листочки не сильно крупные, но я думаю, возможно, это от того, что кустик молоденький. Может быть, от этого. Вот. Ну, очень красиво. Мне прям понравилось. Такая любовь к ним проснулась. В прошлом году я приобрела маленький-маленький саженец для мамы. Мама моя очень любит гортензии. Я ей купила, правда, уже была жара. Но мама мне сказала, что все, она уже наигралась, ей хватит. В общем, они бывают привередливые, что-то им не нравится, вот, пропадают. Ну, я оставила себе, высадила в сад. В этом году она меня порадовала цветением, я потом вам ее покажу. Ну, и вот увидев эту красотку, у нее даже серединки интересные какие, в виде отдельного цветочка декора. Сначала как бусинка, а потом раскрывается. И я себе приобрела. Еще я хочу красную гортензию тоже. Там получается Red называется сорт. Red, не помню второе название, забыла. Тоже она очень красивая, но там по краю прям идет такая волна, как гофрировочка. И тоже она немножко как двухцветная. Если я ее увижу, обязательно, конечно, себе приобрету. На этом я свой видеообзор заканчиваю. Буду рада, если вы мне поможете определить сорт этой красавишны. Но мне остается ее поливать вкусненькими удобрениями, подкислять ей почву, создавать ей нужный уход, чтобы она цвела пышными-пышными шапками. Всем пока, до новых встреч. С вами была Ольга.